С самого утра на одном из причалов в Казачьей бухте суетятся рыбаки. Готовят снасти, спиннинги, обсуждают погоду и решают, куда направить лодки. Когда все приготовления завершены, звучит команда «Отдать швартовы». И почти сразу удача. Клюет. Сейчас будем тянуть. Море для многих рыбаков – это не просто море, это почти дом, родной и понятный. Валерий Филиппов признается, рыбачит, сколько себя помнит. Его главный девиз – время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет. Сейчас ему 73. Но он уверен, что главный улов еще впереди. За долгие годы научился ориентироваться и в бухте, и в прибрежной зоне. Точно знает, когда и где пойдет косяк. Смотрим по эхолоту, где она находится. Ну, глубина небольшая. От 40 и до 15 метров стоит ставрида. Опытные рыбаки вообще знают места, где какая рыба ловится. Вот на выходе из Казачьей бухты ловятся места, где ловится барабулька. Есть места, где лежит камбала на песчаном дне. У вихи ловится ставрида и окунь. Александр Антаков тоже рыбак со стажем. Бывало, говорит, такая рыба попадалась. Сейчас все больше мелочь. Допускаем, пошел самодур и пошла леска. Придерживаем его пальчиком, потом отпускаем, подтягиваем. Груз лежит на дне. Мы его слышим и видим. Вот она, радость рыбака. С виду неказистая, размером с ладошку, такую разве что коту на обед. Но не в этом счастье. Такая пикша. Клюет в Черном море. Улов сегодня небогатый, но рыбаки не расстраиваются. Завтра будет новый день, и он принесет новую встречу с морем. Татьяна Конрадь, Владислав Илюхин, Севастопольское телевидение.